Итак, что же произошло? Здравствуйте всем. Сейчас вам расскажу про проклятие сельдерея. Проклятие сельдерея. Садитесь и ешьте больше сельдерея. Ешьте больше сельдерея. То есть, сидите за стол, берите сельдерей и ешьте его, и сушите. Вам нужно сейчас сесть за стол, взять сельдерей и тоже есть вместе с нами сельдерей и слушать жуткую историю про проклятие сельдерейного монстра. Ну давай, Илюша, рассказывай же уже быстрее. Не томи. Я тоже уже тут ем сельдерей на заднем плане. В однажды в одном лесу выросли два сельдерейных дерева. И тогда пришли человеки. Пришли люди. Пришли люди и подумали, что это за сельдерей такой? Они стали думать, что это за сельдерей такой вырос, огромный, гигантских размеров. Это же дерево сельдерей, сказал один. И тогда главный ученый сказал, так такие бывают, сказал он. А другой помощник ученый сказал. Пришел нет. Ученый с его помощником, да? И они нашли два сельдерейных дерева. Давай, мы коротко расскажем эту историю. И у ученого родилась идея, что сделать? Их забрать. Они забрали в лабораторию эти два дерева сельдерейных. И начали их изучать. Изучать стали эти деревья, и выяснилось. И выяснилось, что их можно есть. И тогда день работы окончился. Ну, есть-то ладно. А главное-то, что они выяснили? Главное, выяснили, что их кто-то... Версия, кто-то очень странный, кто-то супер-мега странный. Ага, они поняли, что это эти деревья, сельдерея, вырастил кто-то очень странный. Такие гигантские сельдерейные деревья. Они стали искать, да? И кого они нашли? Подожди, я расскажу, что было ночью. Это было ужасной ночью. Ночью. Вот в комнате. У одного профессора кто-то открыл дверь. О, нет! И тогда он не смог спать. Шутил. Пап, ну ты не мешаешь. Да подожди, я же боюсь. Я создаю атмосферу ужаса. Вот. И тогда... Ту-ду-ду-ду. Он встретил свет. Ту-ду-ду-ду. Взял свою пилу. Пилу? Ну да. У него была пила у этого? Да, была пила, там была такая тумбочка, и там была пила на всякий случай. Угу, так. Чтобы защищаться. Так, дальше. И тогда он сказал, погоди, монстр, я тебя не боюсь. А, то есть это монстр пришел за своими деревьями? Ну, он сказал только это. Он сказал только. Он подумал, что это монстр какой-то. Так, это уже будет вторая серия. Короче, смотрите историю про сельдерейного монстра. Ужас сельдерея от Илюши Пайкина. Пока.